Смотри, я просто не помещаюсь в протавр. Мне мешает голова пройти. Ёши, куда ты хитришь, тут не влезешь просто. И, ой, это зеркало? Нет, это мой брат, все верно. Всем привет, друзья. А мы тут немножко с ребятами увеличились. Привет, ребята. Привет. Только увеличились, привет. Но еще как-то что-то случилось с нами. Ёши, тебя еще у Ленина крыло проткнуло. Да. Как мне плохо. Ёши, прости. Нет. Мне тоже, кстати, чуть-чуть. Ну да, тебя так немножко задело. Кажется, Ёши забыли увеличить шиммеров, особенно того, который шапочка. Да, у тебя теперь такие маленькие ушки, ты как будто кот. Ты кот. Интересно, интересно. А, подождите. Так это получается, нас увеличили, но я стал котом? Я не знаю. Получается так. Получается, мы не можем хвататься за лестницу, кажется, ребята. Ой, точно. Да, да, я только перепрыгиваю почему-то. А мне очень интересно, тестировал ли создатель игры этот тавр на прохождение? Нет, конечно. Но на самом деле, хотела сказать, не все так плохо, и умерла. Видимо, все. Я не наступила сейчас на светяшку. Слушайте, это у меня то же самое было, то же самое. Да-да-да. Мы слишком жирненькие. Я тоже не могу понять, как вообще это определяется, наступила я или нет. Вот сейчас, видимо, нет, потому что я жива. По-моему, наугад. Это наугад работает. Ой, ну это нехорошо. А, там была еще затяжка, Ульяна. Да, прыгай, молодец. О, боже мой. Там остались одни мои ноги. Ой, я как-то даже не заметила. Я просто сосредоточена. Да как-то я сейчас-то умер. Что у меня за размер ноги? 49-й или что это? Вообще кошмар. Да уж. Как это так? Я не допрыгнула. Я прошла столько, пришла все эти светяшки, не допрыгнула до лесенки. Это просто, это кошмар. Это невезение. Какая боль. Да. Так, а тут похитрить не получится, интересно? Ёши, куда ты хитришь? Тут не влезешь просто. Согласна. Нет, не влезу, да, слишком толстый. О, нас должны были сделать большими, а не толстыми. Ну, блин. Слушайте, а кажется, этот уровень немножко переработан, потому что мы немножко... Поджирничаем. Да. Потому что обычно на нем гораздо больше светяшек, когда ты просто играешь, но так мы бы не выжили. Да, там еще в конце такая светяшка очень коварная. Да. Вот сейчас ее нет, и я очень рада. Да, слушайте, а Ульяна-то уже пробралась-то подальше. Ого. Главное не накаркать. Мне очень интересно, это тавр такой же, как обычный тавр. Тут нужно как-то говорить, чтобы пройти. Хорошо или плохо? Видимо, мне лестница скинула. Да. Слушайте, ну, по крайней мере, мы три уровня с Ульяной, дошли до третьего, не прошли мы три. Ну, да. Ой. А как это было? Ты же не наступила никуда. Я не знаю, может, как-то пяточкой или носочком заступила. Ульяна. Да. Спустись, посмотри на это. Смотри, я просто не помещаюсь в протавр. Мне мешает голова пройти и спайк. Ева, теперь, кажется, Ева переела растишки и чего там еще. Я на зеленом уровне умер, и там причем вообще никак не выжить. Там есть зеленый, интересно. Да, там есть зеленый. Да как? Я сейчас не коснулась. Вообще какие-то странности происходят. Все потому что ножки большие. Да. Ну не знаю даже. И ножки, и ручки большие. Но как я случайно наступаю на светяшку, при этом этого не заметив, это даже не знаю. Как-то очень непонятно. Лестница самое противное, что есть в таворе. Даже светяшки не такие противные. Меня лестницы просто откидывают на светяшки не такие. А, светяшка, ты готова? Лови Еву. Все, я такая хоп и убивает меня. Так они играют тобой. Ева, ты игрушка для них, ты понимаешь? Боже, какой кошмар. Ева, ты теперь шарик хлеба. Как тебе такое? Шарик? Не нравится. Слушайте, ну, по крайней мере, первые два уровня не так уж и жутко проходимы. Ну да. Вот не знаю. Я согласен. Не знаю, лестница на синем меня вообще не пускают. Или голубом, кто он там? Так ты добирайся до конца по ней. А вот дальше я еще ни разу не проходила. Я сейчас буду смотреть, как Ёши проходит. Как я буду умирать, я правильно понимаю? Ёши испытатель у нас опять. Как обычно, Ульяна. Ну, вообще, на самом деле, это самый лучший способ выживания в таборе. Берете с собой Ёши. Ну, я соглашусь. И тогда можете пройти.
и кидаете его, пусть проходит. А вы смотрите, где можно убиться, а где нет. Да, Ёж, я так же убилась, как ты. Вот я повторила. А, молодец, правильно. Повторять за мной, вот все верно. Ой, так мы все рядышком. О, похоже на то. Вот у меня не получается добраться даже до лесенки. Вот жди, Ёж, вот смотри, вот как Ёж и делает. Хорошо, давайте, я обратно пошла, я к Ёже. О, получилось. Но смотрите, прикол в том, что вот здесь вот, ты касаешься руками, поэтому я буду пытаться боком сейчас прыгать. Ну как нет, это понимать? Я просто стою, не двигаюсь, и меня убивает светяж. Да, как, да. Как это понимать? Что? А, лестница не сработала. Ой, Ева, я видела, кто упала. Осуждаю создателя за выбор уровней. О, а у меня получилось, я на краешек прыгнула. Так, еще один краешек, а тут как? Ладно, давайте через одну, через две. Так, я поднимаю... Спокойно. О, да! Я прошла зеленый уровень. Ого, даже Ёша не мог пройти. Теперь надо в тавр брать Ульяну и проходить за Ульяной. Новая тактика. Концепция поменялась. Ну, тактика должна меняться. А что там за уровень дальше? Тут, нет. Что там за звуки, тут Ульяна? Тут проваливаются ноги. Там ноги проваливаются, я просто скольжу, и у меня, в общем, ужас какой-то, там голубенький такой уровень. Убили. Опять скользящие ботинки получается, только вообще жестко. Да, я даже не знаю, что это, скользящие, не скользящие, тут в принципе проблема с тавром, тут светяшки какие-то толстые. Вот-вот, и мы тут все какие-то толстые. Ульяна, ты сейчас обидишь светяшку, она тебя будет всегда убивать, извинись перед светяшкой. Она меня убивает за Ульяну. Ой, светяшка, извини, пожалуйста. О, вы знаете, я вот тут извинилась, и я отпрыгнула назад, и светяшка меня не убила, вот сейчас Ева тоже стоит рядом со мной. Что самое сделала? Просто тут вот миллиметр до этой светяшки, и это замечательно. Ну нет, я умерла. Не знаю, у меня проблема с лестницами на голубом уровне. Не знаю, ни разу не было проблем с лестницами на голубом уровне, я их вообще перепрыгиваю. Да, согласен, отличный уровень. Это потому, что вы его похвалили. Так тоже хвали. Не могу, он мне не нравится. И Ева, голубой вообще, по-моему, самый простой из всех, что здесь я пока видела. Да, я согласен. О, я постою, пожалуй, на зеленый. Голубой, который синенький или который голубой? Который второй, Ульяна. А, ладно. О, так тут два уровня всего осталось. Ну что, ладно, нормально? Ну вот надо совсем по краешку, Ева. Очень страшно, но... Да, да, я прошла! Вот, о, боже. Важно. Ты прошла тавр? Нет, какой тавр, Ёша? Подожди, а я думала, тавр. Я пока что прошла только вот кусочек. И я. А где вы уже? Так, ну я на третьем. Мы после зеленого, вот там мы дальше не пойдем, наверное. Мы не пойдем, пожалуй. Вот, да. Ой, слушайте, а все закончится деревом. Там дерево есть. Да, оно очень красивое. Так, ладно, я попробую вот канатоходец. Очень толстый канатоходец. А может прыгать по ней? Не надо. Будьте осторожны, там вот прям очень сильно проваливаются ноги. Я на последнюю. Оу, да. Вот, а как? У вас получилось? Да, мы прошли. Дерево мне помешало. А я прыгала там, прыгала, все очень хорошо. Ну да, я тоже прыгала, но прыгнула не на том месте и упала. Мы с Евой пришли тавр, мы с Евой пришли тавр, мы на верхушке тавра. О, это супер круто, ребят. Слушайте, а как быстро-то? Ну мы вас тогда тут подождем, да. Я что-то устала прыгать. Хорошо. Я буду вместо огонька тут стоять. Ой, тогда я вместо другого огонька. Тут даже вазы нету. А что? Правда? Так, ну давайте, Ёша там тоже уже немножко подбирается, так сказать. Ну так. Крудется. Крудусь. Так, вот тут вот, по-моему, как раз-таки и проваливалась Ульяна. Да. А я прыгала, но я немножко прошла, потом немножко попрыгала, и в принципе было нормально. Ёша, иди спокойно. Там осторожно прыгай. Головой не ударится. Да. Я вот так и ударилась. Ёша, просто иди. Не прыгай. Нет, не получается. Нет. Господи, зачем так сложно? У Ёши была такая паника сейчас. Вообще жуть. Ну, я понимаю, Ёши. Да, я тоже прошел. Так, Ульяна, ну давай, Ёша прошел, осталось только тебе. Ой, опять давление. Не, ну мы можем спуститься, если хочешь. Да. Нет, стойте там. Воу, ребят, я прошла этот уровень, мне осталось только дерево. Ура! Ульян! Так, только осторожно здесь, Ульян. Так, быстро! Ого!
Вот шикарно! Круто. Слушай, поздравляю! Ой, спасибо! Ой, ой. Чуть не упала! Ой. Не надо падать, нам надо тут еще зафиксировать успех, давайте как-нибудь, я не знаю, вот так, так вот. Так, коллективную фотографию, прошу. Коллективную фотографию. Знаете, так плохо на фотографиях мы еще, наверное, никогда не получались. Ой, согласна. Так, ну давайте, ладно, я к вам вот тут поближе. Я похожа на какого-то жирафа, мне кажется, ну, смотрите. Да, слушай, твоя шея, это прям отдельный вид искусства. Ёжи, что-то так в сторонке. Ну, я могу поближе, да, я вот так. Я думаю, Ёжи хочет, чтобы все заценили его ушки вот эти прекрасные. Кошачьи ушки просто. Ну что, ладно, ну подожди, я сейчас к тебе встану, смотри, похоже, да, по-моему? Ну, по-моему, вообще одно лицо. Ёжи, мы случайно там не близнецы с тобой. Не знаю. А ты знаешь, так живешь, а потом как в индийском фильме находишь своего брата-близнеца. О, да. Которых разлучили в детстве, да, и потом через какие-то супер связи, не знаю, на работе случайно увидели друг друга и такие, ой, это зеркало? Нет, это мой брат, все верно. С помощью Тавра, конечно же, о чем? Ну да, или так, слушай, нет, ну в Тавре-то, в принципе, очень много похожих людей. Я тогда своего брата-близнеца буду находить каждый раз, когда захожу в Тавр. Ну, почему бы и нет, большая семья, это здорово. Ну да. Слушайте, а я тут поняла, что тут работает Shift. Да, да, конечно. Я так и проходил зеленый уровень, если что. Да? А я нет. Я только первый раз включила. А я зеленый вообще пошла просто спокойно, прямо и да, дошла. Я по краешку проходила, так прыгала через одну, через две, через три и, в общем, прошла. Неплохо, неплохо. Ой, смотрите, смотрите, тут, кажется, все решили с нами сфотографироваться, поэтому им пришлось пройти Тавр. Ой, а я кружился и как-то даже не заметил, что тут ребята пришли. Девочка, ты даже начала кружиться, Ёши. Да. А у меня не работает Shift, это проблема. Мне его постоянно нужно включать в настройках. Какой кошмар. Да. В принципе, ничего страшного. А еще, по-моему, вот Кеша твой решил мне на плечо перебраться. Ой, да. Он Лане шею чешет. Кеша, но-но-но. Он вообще, я смотрю, любит как-то так почесывать. Да, слушай. Ну, как вам этот Тавр вообще? В принципе, я думала, что будет хуже. Мы такие огромные, но довольно неплохо было. Особенно то, что мы прошли все вместе. А, да, это точно. Мне не понравилось только в быстром Тавре, потому что это был просто ужас. Да, кстати, ребят, если у вас есть какие-то еще Тавра, какие-то крутые, о которых мы не знаем, я думаю, вы можете отправлять комментарии Ульяне, да и на все наши каналы. Мы с удовольствием посмотрим, что там такого интересного. Да. Да, ребят, ну а на этом я думаю, все. Я очень рада, что нам удалось пройти этот огромный Тавр. Ну, когда мы очень большие, и пройти такой сложный Тавр. Да. Да. Ну, а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока! 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 Пока!